Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Впереди у нас выходные, думаю, что настроение в связи с этим должно быть соответствующее. Хочу, чтобы они прошли очень хорошо, потому что мы со следующей недели уже вступаем в новый месяц, март. И вы наверняка помните то, что в марте у нас целая куча серьезнейших макроэкономических отчетов и событий, на которые мы, собственно, ориентируемся уже с начала этого года. Напоминаю то, что в марте у нас ФРС, в марте у нас ЕЦБ, Банк Англии, Резервный банк Австралии, Резервный банк Новой Зеландии, Канада. И в марте у нас возможное внеочередное заседание ОПЕК, вот о чем стало известно вчера. Поэтому полагаю, что приближающийся месяц может оказаться гораздо круче, чем, скажем, периоды последних, скажем, этапа 2015 года. А волатильность, ну, мы сами прекрасно все увидим. Думаю, что она также будет на порядок выше, чем даже ту, которую мы наблюдаем сейчас. А сейчас у нас практически также беспрецедентная ситуация, особенно по динамике ряда финансовых активов. Поэтому собираемся с силами. В выходные нужно зарядиться как следует, потому что уже на следующей неделе мы начинаем пятидневку с спекуляцией на тему предстоящего отчета по американскому рынку труда, потому что у нас традиционное начало месяца – это динамика ADP, а потом уже Non-Farm Payrolls, которая сейчас является весьма значимой и определяющей для фактического решения ФРС по дальнейшему повышению процентных ставок. Но об этом вы знаете все и без меня прекрасно. Давайте сегодня начнем традиционно, как мы это делаем всегда, с оценки перспектив и актуальная ситуация, которая складывается сейчас по позициям Брента и курса национальной российской валюты. Вы видели то, что вчера Брент умудрился показать серьезное бычье ралли, забрался даже, если говорить про хай и клоз вчерашнего дня, выше сопротивления $35 за баррель, по сути закрытия 35.56. Сейчас актуальные котировки 35.48, хотя допускаю возможности незначительного изменения вот в последние минуты. В целом причина такого безудержного локального роста Брента кроется в том, что на рынке появилась информация о том, что в ближайшее время ОПЕК может провести внеочередное заседание. В частности, именно это развернуло Брент с локальных дневных уровней, стало причиной такого повышения спроса на позиции углеводородов и, в принципе, продолжает оказывать поддержку этому активу. Действительно, министр нефти Венесуэлы сообщил о том, что в марте, уже совсем скоро, возможно, пройдет еще одна встреча представителей ОПЕК, ну, прежде всего Саудовской Аравии, прежде всего Катара, Венесуэлы, вот и России, где снова будут обсуждать вопросы стабилизации ситуации на рынке энергоресурсов в попытке сломать вот этот негативный тренд, который мы наблюдаем в последнее время. Сразу признаюсь, то, что ожидать такое информационное событие касательно нефти после того, как буквально неделю назад мы перестали активно спекулировать на теме достигнутой договоренности якобы по заморозке объемов производства на январских максимумах, допускать то, что буквально спустя несколько недель может состояться еще одна встреча, которая будет посвящена этим вопросам. Это говорит о том, что стороны могут действительно предпринять дополнительные меры скоординированных действий, которые в конечном счете могут сказаться на динамике нефти. То, что это произошло так быстро, прогнозировать это было невозможно. Поэтому это самая настоящая молния, которая появилась на финансовых площадках. Я считаю то, что это самая молния и инфоповод может локально оказывать очень неплохую поддержку позициям черного золота. Вы знаете то, что я, наверное, один из самых таких сакральных и медведи в отношении позиции черного золота, потому что за последние несколько месяцев я ни разу не сделал ставку на укрепление позиции этого актива, но сейчас что-то подсказывает мне, что можно попытаться среднесрочно сыграть и на повышение. Во-первых, эти ожидания подкрепляются еще традиционной классической рыночной логикой, которая заключается в том, что лучше покупать на ожиданиях и продавать на фактах. Конечно же, до судьбоносного решения еще может пройти очень много времени. Судьбоносного решения я имею в виду возможность снижения объемов производства. Может быть, стороны снова встретятся, начнут обсуждать актуальные цифры, выработку, следить и касаться общих темпов экономического восстановления мировой экономики, попытаются найти баланс между спросом и предложением. И в конечном счете дальше разговоров дело не пойдет. Но если все-таки по какой-то причине и вследствие каких-то фундаментальных факторов и обстоятельств стороны смогут найти компромиссное решение,
и в конечном счете анонсировать его в виде того, что те участники, которые будут принимать, соответственно, участие в этой встрече, начнут снижать объем производства, то тогда мы получим фактор, который будет среднесрочно, а может быть даже долгосрочно оказывать поддержку позициям черного золота, то есть бренд и WTI. Я пока не хочу, скажем, навязывать идею того, что это заседание станет судьбоносным. Я не хочу слепо говорить о том, что вот бренд развернулся, и, соответственно, в ближайшее время, ну, может быть, до конца 2016 года, могут появиться основания для роста даже в район 45 или 50 долларов за баррель. Но сейчас новостной фон, он располагает возможность оценки и анализа дополнительного сценария, который может уже быть по нефти исключительно не негативным, а создавать напротив условия для восстановления позиций черного золота. Я хочу, чтобы вы также были в курсе этого сценария. Ну а сейчас, пока мы готовимся к этому внеочередному заседанию ОПЕК, наверное, все-таки на фоне того, что на рынке, который касается, опять же, углеводородов, в последнее время мы вообще не видели никакого позитива. Сейчас спекуляции такого ожиданческого характера, они могут возыметь свое, скажем, следствие, отразиться на динамике Брента и все-таки поддержать покупателей, которые делают ставку сейчас на укрепление позиций указанных нефтяных активов. Поэтому среднесрочно до заседания я предлагаю поспекулировать даже на росте этого актива. Те, кто долгосрочно стоит с более высоких уровней, это по-прежнему хорошая сделка, потому что долгосрочно из продаж позиций черного золота можно выходить только в том случае, если на рынке есть серьезные факторы, уже не в порядке ожиданий, не в порядке спекуляций, а уже подтвержденная статистика, указывающая на то, что дно уже пройдено. Сейчас такой статистики, конечно же, нет, потому что если мы посмотрим на те же самые объемы производства, в частности, вот последняя статистика в США, учитывая прирост запасов по версии Минэнерго США, то они выросли до 508 миллионов баррелей. Это, конечно же, много. Вы знаете то, что это исторический максимум. И контраст, опять же, по сравнению с 2015 годом, то есть уже актуальная цифра превосходит показатели прошлого года больше, чем на 75 миллионов баррелей. И это несмотря на то, что количество буровых за последний год неуклонно сокращается. Как торгуем дальше? Если вы долгосрочный трейдер, то я не хочу переубеждать вас в том, что сейчас стоит разворачиваться. Все правильно делаете, нужно делать ставку и дальше на тот долгосрочный ориентир, которого придерживаемся мы. Это тестирование поддержки 30-ка и, соответственно, дальше район 25. Те, кто задумывается о вхождении в сделку сейчас, то можно поспекулировать на, соответственно, возможности локального роста. Те, кто находится в рынке уже с несколько дней, может быть, неделю, ну, в общем, с тех уровней, которых еще бренд недалеко отошел, то, может быть, лучше рассмотреть возможность закрытия текущих ордеров, позиций и все-таки локального разворота, чтобы попытаться поймать, опять же, потенциальный рост, который может иметь место быть в динамике позиций черного золота. Что касается российской валюты, у нас актуальная котировка на премаркете 75.44, мы видим то, что нефть, разумеется, укрепление этого актива стало причиной роста и курса российской национальной валюты. Сейчас налоговый период также уже завершается. Локально он, может быть, небольшую поддержку также оказывает курсу национального актива. Но поскольку я уже сделал среднесрочную ставку на то, что на ожиданиях этого внеочередного заседания ОПЕК мы можем по нефти еще подняться в район 38, может быть, даже 40 долларов за баррель, российская валюта может преодолеть также локальную среднесрочную поддержку в районе 75 и просесть еще ниже. Поэтому долгосрочная цель, пока у нас нет фактов и статистики, как я отметил, это девальвация в район 80 с потенциалом хода еще выше. Среднесрочная цель – это все-таки пробой поддержки на уровне 75. Далее идем. Европейская валюта против доллара. Вчерашняя торговая сессия для евро оказалась восстановительной. Прирост, конечно же, не значительный, но все-таки евро смогло прервать вот эту коррекционный тренд сплошных разгрузочных дней и показать хоть небольшое и укрепление позиций. Причина – это ухудшение рыночных настроений. Вы видели то, что азиатский фондовый индекс, шанхайский композитный индекс, закрылся с серьезнейшим ослаблением, минус 6%. Это тут же стало причиной повышенного спроса на защиту. Соответственно, мы видели локальный прирост сначала в первой половине дня франка, японской валюты,
рынка драгметаллов и спроса на американские облигации. Тут же подобная динамика выпечила статуса европейского валютного актива как валюты фондирования и оказала поддержку главному валютному риску. Сейчас мы видим, евро продолжает постепенно расти. Из важнейших отчетов прошлого дня я ориентировал вас на статистику по инфляции. Мы готовились к слабым цифрам. Ну и по факту, в принципе, наши прогнозы и ожидания были оправданы, потому что месячный показатель минус 1,4%. Прошлая отметка нулевая территория. Мы видим то, что индикатор просел гораздо ниже. И это следствие, опять же, снижения цен на энергоносители. Что касается годового показателя, ранее у нас был 0,4%, сейчас 0,3%. То есть и в годовом эквиваленте у нас очевидное снижение. Большая вероятность того, что спад продолжится, может стать причиной того, что ЕЦБ уже не будет тянуть резину, и в марте, как я отметил в начале брифинга, мы все-таки услышим о прорывных решениях, которые будут предлагать возможность коррекции процентной ставки либо изменения программы QE. Это серьезнейшие меры экономической поддержки, доп. Стимулирования, которые направлены на борьбу как раз с катастрофическими показателями низкой инфляции и активизации потребительской активности, потому что мы знаем, что если есть тренд, указывающий на то, что цены в перспективе будут только снижаться, это становится причиной, вследствие которой потребители откладывают покупки. Это отражается на потребительской активности, на розничных продажах, в конечном счете приводит к более слабым показателям экономического восстановления. В общем, эта логика действует на протяжении вот последних полутора лет для еврозоны. И в целом мы видим, как спекуляции на протяжении всего этого периода и фактические действия от Европейского центрального банка и стали причиной того, что евро так серьезно ослаб. Но дно мы еще по евро не достигли, тем более, что вот последняя статистика указывает на то, что инфляция продолжит снижаться, инфляционные ожидания падают, а наши ожидания того, что ЕЦБ будет действовать, напротив, только растут. Я снова возвращаю вас к долгосрочной идее, которая предполагает возможности распродажи главного валютного риска, но давайте актуализируем короткие сделки уже в начале следующей недели, то есть в понедельник, в ходе нашего традиционного брифинга. Пока что, вы знаете, вчера я сделал ставку на возможность локального отката, предложил вам идею с buy-stop 1.10.60, с стоп-лоссом 1.10, актуальной котировки 1.10.55. Предлагаю сохранять пока возможности локального отката по евро-доллару, потому что мы не знаем, как сегодня рынок закроется с точки зрения настроения, мы не знаем, как закроется европейская фондовая секция США, поэтому если все-таки настроение ухудшится, значит рост европейского валютного актива продолжится, и мы видим то, что сегодня с азиатской торговой сессии евро растет. Но ставка на укрепление позиции главного валютного риска – это краткосрочная ставка, не забывайте об этом, потому что долгосрочно мы по-прежнему должны понимать то, что потенциал для разгрузки колоссальный. И этот потенциал мы будем использовать уже в новом месяце, то есть фактически со следующей недели, потому что до мартовского заседания, которое состоится в первой декаде, будет уже рукой подать. Далее идем. Фунт против доллара. Актуальные котировки на текущий момент 1.3968. Здесь у нас также сделка, которая предполагала возможность покупки фунта против доллара с отметки 1.3960. Надеюсь, то, что вы в рынке. Мы видим то, что укрепление фунта продолжается. Вчера, как и ожидали, британская валюта закрыла день с плюсом, и ключевым новостным фоном остается по-прежнему потенциальный выход Англии из состава Европейского Союза. Сейчас рынок продолжает спекулировать на тему того, каким образом, каким последствиям это приведет, потому что фактически прецедент выхода из интеграционного союза и неучастие уже в европейском супергосударстве, это также то, что мы еще никогда не видели. Хотелось бы, конечно же, увидеть, когда активно делали ставку на ослабление евро в контексте Греции, но до негативного сценария пока не дошло. В общем, трейдеры следят за новостным фоном, который посвящен Брекситу. Мы знаем то, что сейчас у Англии фактическая автономия. Мы знаем то, что очень много, скажем, высокопоставленных чиновников поддерживают компанию выхода из состава ЕС. И, скорее всего, даже уже все предрешено. Решено в плане того, что 23 июня, когда состоится референдум, народное волеизъявление, мы, собственно, узнаем ту позицию, которая будет предполагать все-таки выход из этого интеграционного союза. Учитывая то, что фунт в последнее время активно
негативит, и, в принципе, фонд активно распродают. В рамках этой недели вы видели то, что потери со закрытия прошлой пятницы до минимальных значений вот позапрошлой сессии составили практически 500 фунтов. Это позволило нам все-таки оценить возможные преувеличения негативной реакции, тем более, что до фактического решения еще не дошло. И мы от этого как раз оттолкнулись с точки зрения возможности увидеть технический откат после таких активных распродаж. И сделали локальную ставку на восстановление. Эта ставка была оправдана, потому что и сейчас, в принципе, мы видим то, что фунт растет. Локально поддержку британскому валютному активу оказалась еще национальная статистика. Вчера мы следили за отчетом по ВВП, настраивались на плохие показатели. В целом они были лучше ожиданий. В частности, если говорить конкретно по цифрам, квартальный прирост 0,5%, годовой 1,9%. Это совпало с прошлой оценкой и с прогнозными ожиданиями. Поскольку негатива не было, то есть более слабых отчетов мы не увидели, трейдеры восприняли это как позитивную статистику. И, на мой взгляд, это также оправдано. Что еще оказало дополнительный триггер для роста британцев. Я считаю то, что и сегодняшнюю торговую сессию мы сможем закрыть все-таки на положительной территории. Самое главное, что остается актуальным наш новостной фон и, соответственно, наши ценовые ориентиры по британцу. Ну, пока по профиту давайте не будем себя ограничивать, потому что если мы уж потеряли 500 пунктов за последние несколько дней, сейчас идет откат, может быть, фунт-доллар попытается вернуться в район 1,4. Доллар японская иена. Актуальные котировки 112.69. Видим то, что американец преодолел сопротивление 112, идет сейчас на 113. Вчера можно было после коррекции китайского индекса сделать ставку на повышенный спрос на японскую иену. Да, локальное укрепление было, но все-таки участники рынка еще следили и за макроэкономическим фоном американского происхождения. Собственно, так же, как и мы, потому что вчера главным отчетом стали заказы на товары длительного пользования. Статистика очень хорошая, потому что по факту мы получили прирост плюс 4,9% против прошлого снижения на минусы 5%. Очевидный контраст. Что касается этого же отчета, только без транспортных расходов, на мой взгляд, более объективная статистика, также очевидный плюс, плюс 1,8% с минус 1,2%. Это прошлый релиз прошлого месяца. Хорошо, что мы получили сейчас сильные макроэкономические данные, потому что именно они остаются в фокусе американского регулятора для того, чтобы вернуться к циклу повышения процентных ставок. Вы помните то, что подобная позиция была ясно донесена всем участникам рынка и трейдерам после публикации последних протоколов. Для того, чтобы доллар японская иена могла продолжить борьбу с понижательным трендом, нужна дополнительная поддержка. И сегодня с этой задачей будут пытаться справиться данные по ВВП, которые выйдут в 16:30 по московскому времени. Я считаю то, что на фоне последнего макроэкономического восстановления, очевидного прироста в ключевых секторах, у нас есть основания полагать то, что экономика все-таки должна была расшириться по итогам прошлого квартала. Если и сегодня ВВП будут хорошие, значит USD-иена сможет забраться выше сопротивления 113 и снова пойти к нашему отложенному ордеру, который висит на отметке 115. Никак мы не можем поторговать этим дуэтом валютных активов, но я думаю, что очень много ждали, осталось подождать еще чуть-чуть, потому что, как я уже отметил, в марте у нас заседание ФРС, где снова будут озвучены актуальные ориентиры по возможным изменениям монетарной политики. И я все-таки, несмотря на позицию, более мягкую позицию Йеллен, настраиваюсь на то, что ее новое позиционирование будет более жестким. И это новое позиционирование будет создавать возможности для роста как раз американской валюты. Тем более, что за последнюю неделю, вчера хотел сделать акцент на это, но подзабыл. В частности, у нас было несколько конференций. Это Мейстера и Фишера, голосующих членов ФРС. И у нас уже 2 года. В пользу того, что ставку можно будет повысить уже по итогам следующего заседания. Будем следить за следующими, опять же, комментариями других прочих представителей ФРС. Будем копить вот это жесткое позиционирование и искать дополнительные поводы и возможности для роста американской валюты. По другим валютным парам все пока без изменений.
Австралиец против доллара 0.7225 удрал от нашей поддержки 0.70, но будем ждать. NZD USD 0.6763 также ушел выше уровня поддержки, с которого мы будем долгосрочно распродавать этот валютный актив. Но особо не верим в какие-то оптимистичные ожидания, потому что знаем, что если и статистика не будет располагать в рамках Австралии и Новой Зеландии, что вряд ли, то Китай уж точно станет причиной дополнительного давления на эти активы. USD-CAD из-за восстановления нефти, то есть канадская валюта, мы видим, укрепляется 1.3534, но ждем, что бразды лидерства сейчас будут уже переняты американцам, и именно он начнет прессинговать против канадского валютного актива. И везде с виси 0.9880, практически на тех же самых уровнях, что и вчерашняя торговая сессия, по-прежнему, и точнее лучше сказать, снова ждем паритетного значения. По золоту 1238 долларов за тройскую унцию, здесь выжидательная позиция до тех пор, пока не пробьем поддержку на уровне 1200 за тройскую унцию. Из важных отчетов сегодняшнего дня: в 16.00 статистика по инфляции в Германии, отчет, который будет посвящен в целом, можно сказать, валютному блоку и найдет свое отражение в динамике евро. Правда, не такое, как по факту выхода данных по инфляции в формате всей еврозоны. Учитывая то, что по еврозоне мы получили слабую статистику, я считаю то, что велика вероятность увидеть нечто подобное в рамках Германии. В общем, сегодня ждем фундаментального негатива для евро. 16.30 ВВП США. Здесь хорошая статистика, хороший настрой. Ждем укрепления позиции американца. 18.00 также данные американского рынка, личные доходы. Доходы и расходы. Поскольку мы констатировали в последний раз прирост заработных плат, значит, полагаю, что личные доходы, личные расходы также логично должны были подрасти. Жду поддержки и от этих макроэкономических данных для доллара. Ну и замыкать неделю будет отчет по количеству буровых. Если взять за основу, опять же, прошлой недели, даже месяцы, тренд из снижения продолжается. Возможно, сегодня мы также увидим то, что за прошлую неделю количество буровых уменьшилось, что может оказать еще большую поддержку для позиции Брента и стать причиной среднесрочного уже тестирования сопротивления в районе 36 долларов за баррель. Собственно, на этом все. Еще раз хороших вам выходных, хорошей торговой сессии. Увидимся уже в ходе брифинга в понедельник. Ну и, конечно же, жду вас с еще большими, скажем, силами, потому что они нам понадобятся, спекуляция будет серьезными, и еще более серьезной будет волатильность. Спасибо за внимание, всего доброго, до свидания. Если есть вопросы, канал на YouTube и, соответственно, форум Markets. С радостью на все эти вопросы отвечу. До свидания.